Привет, друзья! Сегодня готовим вот такую вкусную, замечательную, чесночную пасту-приправу. Друзья, для такой приправы я беру обычно не только стрелки чеснока, но и вот такие вот веточки тоненькие, молодые, которые еще не стали твердыми, не задеревенели. Обязательно их промываем хорошенечко, нарезаем и перекручиваем через мясорубку. Из расчета на 600 граммов чесночных стрелок я беру 30 миллилитров растительного масла, пол чайной ложки душистого молотого перца черного и одну чайную ложку неполную соли. Добавляю в перекрученные стрелки растительное масло, перец и соль. У меня тут не только чесночные стрелки, но и молодые побеги чеснока. Все перемешиваем. В принципе, все уже готово. Я обычно такую приправу перекладываю в баночки и в холодильник. Часть в холодильник, часть в морозильную камеру. В холодильнике тоже прекрасно хранится в течение полугода. Но еще я делаю второй способ. Мне он больше нравится. Я пробиваю блендером. Блендером получается масса более однородная, как паста. Пробила блендером, и паста готова. Вот, посмотрите теперь, какая консистенция получилась. Такая паста прекрасно хранится не только в морозильной камере, но и в холодильнике. Я такую пасту делаю уже не первый год. Раскладываю в чистые баночки. Такую приправу, пасту можно намазывать на хлеб, есть с салом, мясом, с овощами, заправлять супы, вторые блюда, подавать к вареной картошке, особенно очень вкусно, с молодым картофелем, смешивать со сливочным маслом или перекрученным салом. Одним словом, это практически незаменимая вещь. Приготовьте и вы. Буду рада, если вам понравится. Спасибо, что были со мной, смотрели видео. Здоровья вам и вашим близким!